в рамках программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2021 год стартовал учебный курс на тему воздушной операции с участием военнослужащих военно-воздушных сил Азербайджана и мобильной тренинговой группы командования Объединенных военно-воздушных сил НАТО в Рамштайне. На курсах проводится инструктаж по вопросам организации действий подразделений ВВС в соответствии со стандартами концепции оперативных возможностей, обеспечения охраны и мер безопасности. Курсы продлятся до 9 декабря.